От небольших гольф-каров до люксовых седанов, от электромашин облегченной конструкции до полнофункциональных. Хедлайнером открытия шоурума компании Volt Eco стал пятидверный автомобиль Tesla. Заряда его аккумулятора хватает больше, чем на 400 километров, а заправка такого автомобиля обойдется его владельцу в 10 раз дешевле, чем содержать бензиновые аналоги. Но самое главное – это экологичность таких авто, абсолютное отсутствие вредного выхлопа. Подобных салонов в России больше нету. Это первый. И мы его открыли именно в Сочи, потому что Сочи это курортный город, это столица Олимпийских игр 2014 года. И для Сочи, мне кажется, наиболее актуальны именно вот те преимущества электромобилей. В салоне продаж Volt Eco также презентовали электровелосипеды и электромотоциклы. Новый модельный ряд представила и компания Mitsubishi, в частности, первый электровнедорожник. Большой интерес у посетителей салона вызвали и вот такие компактные электромашины. Компактные, футуристичные, экономичные с точки зрения заряда. Очень быстро заряжается, порядка 3-4 часов. Очень удобно в городской среде его использовать. Это момент парковки. Открываем боковую дверь, и что мы видим, это ламба-дверь. В чем преимущество этого? Мы не задеваем соседние автомобили. Сегодня рынок транспорта, который передвигается на альтернативных видах топлива, в России растет. И Сочи сможет стать флагманом в развитии этого направления, уверены руководители салона. Как пример, вот такие гольф-кары уже работают на улицах курорта. Первое эко-такси перевозит людей по Олимпийскому парку. В планах руководства организовать трансфер на электромашинах и до аэропорта. А в 2015 году компания Volt Eco планирует по всему краю открыть 15 заправок для экологичных электромобилей. Салон продаж находится по адресу Театральная, 11. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.